старинном русском городе Угличе, на берегу реки Волги, живет Александр Васильевич Смирнов, часовой мастер, точнее сказать, творец часов. Вот уже более 30 лет трудится он на заводе «Чайка». За это время Александр Васильевич стал признанным мастером своего дела. Вот так выглядел завод в 50-е годы, и таким был Александр Смирнов. Опытный мастер вырастил уже не одно поколение сборщиков. Ему приходилось и точить камни для часов, и собирать уникальные кварцевые хронометры. Ручная сборка серийных часов уходит в прошлое. Теперь роботы на конвейере собирают знаменитую «Чайку» и быстрее, и точнее. Но значение мастера от этого не уменьшается. Только его руки способны собрать, отладить новую уникальную модель. И лишь потом наступает время роботов. Часы Угличского завода пользуются спросом. В числе торговых партнеров «Чайки» все страны социалистического содружества, а также Англия, Франция, ФРГ. Может быть, и вы сверяете время по часам, которым дал путевку в жизнь мастер из Углича.